Тиса, счастья завтрашнего дня. Выбирает птица счастья сегодня из воспитателей. В день дошкольного работника в Светлячке. Парад идей и садовского креатива. День воспитателя, словно день рождения. Каравай испекли не просто так. Это один из конкурсных этапов. Ведь детей нужно не только умело воспитывать, но и вкусно кормить. Хорошо, что этот праздник выделили отдельной датой, потому что дошкольный работник – это особый работник. Работают в детском саду люди действительно с особым призванием. Самое главное в работе – это любовь к детям. К любому ребенку, к баловному, шаловливому, смешливому, неаккуратному. Всех детей, независимо от того, какие они, работники детского сада любят, иначе они не были бы работниками детского сада. Если бьемся в своем месте 180 лет, то наши еще. Ты правильно выбрала свой путь. Правильно выбрала свой путь заведующая детским садом Надежда Деркач. В этом году ее педагогический стаж перевалил за отметку 45 лет. Заслуженный работник образования Московской области. Заведует Светлячком уже 26 лет. Сегодня она возглавляет жюри. Кофта розовая, у кого-то подсказка здесь неуместна. Поэтому мы немножечко, наверное, снизим. На земле профессий много, каждый выбирается. Привела ведь на дорогах несмущенным малышам. Всего в детском саду трудится 16 педагогов. Большинство имеют высшее образование. 13 педагогов имеют высшую или первую квалификационную категории. И самое высшее мастерство – быть с детьми, как дети. Ребенок тянется всегда к себе подобным. И я, находясь рядом с детишками, стараюсь быть на уровне их. Наш прирок на удивление получился... Мастерство кулинарное, а также знание детсадовской программы и умение работать в современных условиях. Команды во всех конкурсах обыгрывают свои названия. Назвался онлайн? Кликай колыбельную. А итоги подводить все же надо. Бронзу завоевали неугомонные воспитатели. Серебро – воспитатели онлайн. И с разницей всего в несколько баллов вперед вырвались победители. И первое место не случайно они выбрали такое название «Звездочки». Занимает команда «Звездочки». Праздновать День воспитателя забавными конкурсами в Светлячке стало доброй традицией. Главное, девчата, сердцем не стареть.